А зараз ми запрошуємо до своїх телевізорів усіх шанувальників трудового відпочинку. Так. Якщо трудового фронту. Так, трудового фронту, наших працьовитих, невтомних дачників, городників, садівників, тому що для вас дуже актуальна рубрика. І дуже актуальний гість Надія Гуньковська, голова Миколаївського обласного об'єднання садівників. Доброго ранку. Вітаємо вас. Здравствуйте. Я хочу нагадати телефон студії прямого ефіру, бо завжди знаю, що до вас чимало запитань. 76 92 42, шановні друзі. Не соромтеся, дзвоніть і запитуйте. Запитуйте, тому що в садку завжди чимало проблем. До речі, ось у ці ще поки червневі порі, які найактуальніші проблеми в саду? Да, сейчас здравствуйте, уважаемая студия и садоводы наши, которые сейчас смотрят наши передачи и чувствуется по звонкам в областное садоводство обращаются, что вы все-таки слушайте наши передачи и интересуетесь своими проблемами. Поэтому сегодня я бы хотела остановиться на более актуальных проблемах, которые сейчас у нас в садах. Это существенно чувствуется по звонкам, и люди приходят в областное садоводство и требуют, и просят помощи и подсказки в данной ситуации. Поэтому сейчас очень у нас в садах орудует грушевая медяница. Прямо орудует? Да. Если садоводы знают, как она выглядит, это очень злостный вредитель для нашей груши. Она чем покрывает, же она так опасна? Да, она, это листобложка. Она покрывает листья липким таким сладкой жидкостью, которая закрывает, не дает листьям дышать. Она не превращает фотосинтез, фотосинтез, да, не дает, нет, да, растение практически не развивается, плоды получаются уродливыми. Растение не может себя подготовить к зиме, и поэтому, когда поражается сильно этой грушевой медяницей, конечно же, растение уходит в зиму неподготовленно и часто зимой вымерзает. Плоды становятся уродливые, осыпаются, и поэтому меры борьбы нужно обязательно в садах проводить. Значит, что же нужно сделать сейчас с этой грушевой медяницей? Значит, я бы порекомендовала в первую очередь, перед тем, как применить химические препараты, нужно обязательно грушу хорошо промыть просто чистой водой со шланга. Хорошо смыть эту сладкую липкую жидкость, которым она обволакивает растение для того, чтобы защитить себя. И орудует там уже безнаказанно. А такой вопрос, если сильной струей воды туда не будут слетать листья, плоды Нет, и так листья далее? Листья с этого не слетят, но дать ей 2 часа обсохнуть, вода стекла, и потом уже можно обрабатывать ядохимикатами. Тогда уже ядохимикаты более будут действовать на эту грушевую медяницу. А скажите, на сами плоды, на грушу, они не будут действовать, эти ядохимикаты? Применяются ядохимикаты именно, конечно, соблюдая меры предосторожности. На каждом препарате написано сроки действия и время, которое должно быть до сбора урожая, обязательно соблюдено. Значит, какие меры борьбы? Сейчас в настоящее время очень много препаратов, которые действуют на эту медяницу, но лучше всего распространены, и мы рекомендуем садоводам нашим, это Метак, Б-58, Залон. Эти препараты очень хорошо работают на медяницу. В нужной концентрации, конечно, и именно во время, когда идет повреждение этой листобложки. Надежда Александровна, а без химических препаратов можно как-то обойтись в борьбе с этой медяницей? Вы знаете, применяют и настои, и отвары, но это применяется тогда, когда еще нет этой предотвратить, когда еще не пришла. С медяницей очень тяжело бороться, очень тяжело в связи с тем, что она вот себя предограждает именно вот этой сладкой липкой жидкостью, то которая это как будто жучки вот эти какие-то. Да, листобложки, да, листобложки это называется. А скажите, пожалуйста, а погода особенно как-то влияет на созревание плодов? Вот мы видим прекрасную черешню.
очень необыкновенные, вы нам принесли, да. Да, конечно, погодные условия очень вредят, но на вредители они, конечно, не вредят, вредителям вредители даже на нее не реагируют, сидят и радуются, да. Конечно же, в такие погоды дождливые идет грибковые заболевания массово, поэтому, конечно, погодные условия тоже влияют на развитие растений и именно повреждение грибковыми заболеваниями. То есть вот сейчас грибковая – это тоже одна из острых проблем? Да, конечно. Как-то ее можно предотвратить? Естественно, сейчас нужно, мы обязательно рекомендуем в связи с тем, что сейчас погодные условия вот дождливые и понижение температуры, конечно, это способствует для развития грибковых заболеваний. Наряду с тем, что вы будете сейчас бороться против медяницы, против второго отрождения плодожорки, нужно, конечно же, добавить препараты, которые именно действуют и на заболевания. Это можно добавить сера, хлорокись меди в составе с препаратами-инсектицидами, это и с залоном, с конфидором Макси, и, конечно же, обработать сад, и будет у вас одна обработка от вредителей и от болезней. Ну, давайте перейдем теперь к плодожоркам. Что они теперь делают? Да. Как они себя чувствуют и как сейчас... они себя ведут? Потому что это вечная проблема, да. Мне кажется. Вечные плодожорки? Да, сейчас, когда в конце июня и начале июля идет отрождение второго поколения плодожорки. Это оно более, конечно, плодожорка плодовита и более даже наносит вред, чем первое отрождение. Цикл у него очень еще более продолжительный. Поэтому сейчас в садах работать нужно обязательно против второго отрождения плодожорки. Плодожорка, она отрождается, второе поколение отрождается по сумме эффективных температур 640 градусов. Вот если уже набралась такая сумма эффективных температур, значит идет массовое отрождение лед бабочки и массовое отрождение гусеницы, которая за несколько часов внедряется в плод, пробуравливая себе ходы и проходит к семенной камере. Тогда уже плоды, естественно, они осыпаются, ранее созревают, осыпаются, и получается мы теряем урожай. Эти осыпавшие плоды обязательно нужно убрать от дерева, потому что плодожорка имеет свойство еще... Возвращается. Да, она возвращается и еще будет вам вредить. А как же уничтожить этого врага народного хозяйства? Постоянно мы работаем, каждые 12-15 дней нужно обязательно обрабатывать сад. Идет у нас 2-3 поколения в нашей зоне, идет плодожорки. Поэтому, работая против первого отрождения плодожорки, оно заходит на второе и на третье. И при том, препараты нужно применять системные для того, чтобы защитить на длительное время, на хотя бы на 3 недели. Поэтому мы всегда рекомендуем через 12-15 дней от предыдущей обработки обязательно обрабатывать. Тогда будет сад у вас чистым. И... Скажите, а какой обычно период вывода токсинов из урожая, например? Или значит, по-разному у всех? По-разному, но прекращают обработки где-то за 20-30 дней, не меньше. То есть, если ранее уже яблоки... Конечно, есть, нужно уже смотреть. Нужно уже прекращать обработки. Прекращать обработки, и, конечно же, можно уже тогда пользоваться народными средствами. Это применяются уже настои, полы, там золы, отвары, и поэтому уже такими препаратами уже можно немножко отпугивать. Оно не убивает, но отпугивает именно вредителей. Чтобы не насмехалась. Да, да. Итак, будьте начеку в своем саду, уважаемые телезрители. Надежда Александровна, ну я не могу не задать вопрос. Сейчас очень большое разнообразие на рынках, супермаркетах различных фруктов.
и овощей. Можно ли покупать? Скажите, что по сезону, а что еще лучше все-таки повременить? Уже появились и персики, и кукуруза, и баклажаны. А еще ведь только середина июня, уже все есть. Конечно же, у нас круглый год сейчас все овощи и фрукты, мы уже это не удивительно, заходим в супермаркет и, пожалуйста, зимой можем приобрести это. Сейчас в нашей зоне, так как мы наблюдаем в наших садах, сейчас вот созрели, эта черешня уже заканчивает свое значит, созревание и отходит. Вот сейчас клубника уже отошла, мы знаем. Вот, и наступает период, когда будут сейчас созревать ранние сорта персика вот в середине июля. Ягода вот, малина. Малина уже пошла понемножку. Это, ну, а так, конечно, смородина. Яблоки. Да, смородина, да, уже созревается из ягод. Крыжовник уже подходит. Ранние сорта уже действительно мы наблюдаем уже и у себя на дачах, и на рынке. Поэтому вот такие фрукты сейчас нужно и употреблять, и не страшно их давать детям. Ну, конечно, нужно очень хорошо промывать водой. Даже водой не только промывать, а хорошо бы, конечно, залить водой, меняя часто воду, для того, чтобы убрать и, может быть, и химическими препаратами там обрабатывалось, и, может быть, вносились какие-то удобрения, оно вымывается, и нитрат, и все уходит частично хотя бы с водой, и мы себя обезопасим. А вот персики, кукуруза еще пока рано. Ну, да? Конечно же, ну, я не думаю, если хочется очень от одного кочана кукурузы. Это все гидропонические это, естественно, вещи. Конечно, конечно. В нашей зоне еще этих нет, это ускоренным методом выращено, поэтому, конечно, нужно очень осторожно, особенно детям. Ваши пожелания нашим садоводам, огородникам, да, дачникам сейчас, и всем телезрителям? Сейчас бы я хотела пожелать нашим садоводам, конечно, здоровья, терпения и борьбы с нашими вредителями. И хотелось еще хотя бы одну минуточку сказать, борьба с на виноградниках. Очень сильно поражаются сейчас в настоящее время в такую погоду, вот дождливую нашу, вот, поражаются виноградники мильдию и аидиум. И хочу сказать, методы борьбы, конечно, с мильдиоидиум вы знаете, но я еще напомню. Сейчас очень хорошо работает строби, препарат строби, который идет и от мильдию, и от аидиума. И препараты, которые идут от мильдию, и это будет тиовид, можно добавить туда тилт, ридамилголд хорошо работает, тоже с добавлением топаза или тилта. И, конечно же, серый хлорокись меди, но они смываются дождями, как вы уже знаете. Это препараты, которые нужно часто ими работать после каждого дождя. Поэтому терпение вам, здоровья, радости и удачи, вам. І хороших урожаев. Отже, дякуємо за те, що завітали до нас, за такі корисні поради і за такі чудові дари садів. Да.